Анатолий Николаевич, расскажите, довольны ли вы сегодняшним результатом, игрой в целом, как оцениваете команду за турнир? Ну, безусловно, результатом сегодняшним недоволен. Качество игры эпизодически, конечно, было не очень, не ахти, но получил очень большую, так сказать, пищу для размышлений, для работы. Определенный вектор, так сказать, для меня задан. Поэтому хотелось бы лучшего, честно говоря. Хотя мы и дебютировали на этом турнире по подбору футболистов. Неплохая команда у нас. Единственное, конечно, по ходу турнира пришлось знакомиться с игроками, что-то, какие-то коррективы вносить. Но глобальных изменений не было. И я для себя задачу поставил на этом турнире, по крайней мере, ознакомиться. Тем более чемпионат длинный, состоит из 15 игр. Я думаю, что все еще впереди. Все хорошо, спасибо.